Добрый день, друзья! Каждому по приветику из прекрасного Петербурга. Мы с вами периодически ходим в разные торговые сети Петербурга, смотрим продукты, цены на продукты, и вы можете сравнить со своими. Вот мы, кстати, ни разу с вами не были, ребятушки, в Магните. Во многих были, а в Магнит как-то с вами не зашли. И вот тут сразу фрукты, овощи. Персики по 239, нектарин 288, абрикоски 248. Так, дальше огурцы 89, 87, помидоры 229, а вот верхние помидоры 107, томаты. Ой, грушки какие красивые, вот эти красненькие. 174, рядом груши 164, яблочко 139. А вот груши 177, это какая? А тут они без этих, без наименований. 129, яблочки 149, 129. Морковь мытая 56, но мытая всегда дороже, а не мытая просто не наблюдаю. Так, перец 319, кабачок 89. Так, это мы смотрим июнь, ребята, цены в Магните. 154 рубля. Редис. Картофель. Ой, картофель какой-то здесь дорогой. Вообще выбор слабенький. Только в сетках. Так, сейчас мы посмотрим. Неужели нет другого картофеля? Есть, но какой-то страшненький. Вот, по 70. Нет, ребят, картофель дешевле. Можно купить за 47, за 59. Уже цены вспоминаю. Сколько мы покупали? 70 чем-то, по-моему, покупали молодой картофель уже. Так, дальше смотрим. Хлебушек можно купить. Магнит. Магнит. Булочки свои у них тоже. Выпечка своя 35 рублей. Ватрушка. Хлеб, вот вы всегда говорите, мимо хлеба прохожу. Вот 14 рублей есть батон. Нарезной 22, хлеб черный. Вот так. Дальше. Батоны у нас 47, 49, 32, 49. Дальше пошел хлеб. Так, что у нас с хлебом? 30 столичный. Ну, цены нормальные. Есть 62 рубля. Смотря какой. Вот эти булочки вообще 15 рублей. Они с разной начинкой. Там, с лимонной, еще с какой-то. Так, Магнит сам свои булочки представляет 42 рубля, 39 рублей. Вот, и так далее. Ладно, что-то мы... Капуста 64, кстати, вот это. Зациклились на булочках. Так, черри у нас 79, 135 желтенькие. Пойдем дальше. Куда, ребят, пойдем? Тут прям на глаза разбежались. Так, ладно, пойдем посмотрим. Вот этот, кстати, магазин, смотрите, вот мы заходили, как этот магазин назывался-то? Семишагов. По ремонту я смотрю, и по качеству, как здесь все расставлено, мне кажется, одинаково. Семишагов не хуже, но цены круче, в смысле, что дешевле. Так, 54... 79, это макаронные изделия. Мы смотрим, как-то неузнаваемые. Ага, вот Макфа 54, 79, 54. Ой, ну как-то подороже, 69. А вот есть, конечно, по 18 рублей. 18, 18. 18, 22. Соль у нас 22, 14. Ну и подороже есть соль разная. Сахар, мешок. 379 рублей. Пятерочки, ребят, дешевле. 5-килограммовые. Сахар там 270. Сколько там вчера покупали. Но закончилось. Так, 72 рубля сахар в пакетиках. Килограмм. Дальше яйца. Вот яйца смотрим, сколько у нас. Синявская 189, но там, по-моему, 20. Так, тут мне... 56 рублей десяток, 63 рубля десяток, 47 рублей десяток. Ну и подороже те, которые 98, категория другая. Дальше смотрим. Мука 2 килограмма 129. Килограмм 64, 69. Мука. Дальше.
кофе, чай. Чай, кофе. Ну, давайте, кофе есть? Кофеманы, но вы, наверное, я же не знаю, какой вы пьете. Мы что-то последнее время, а здесь его и нет, этого кофе. Нет, да. Ну, ладно, тогда стандартный посмотрим. Якобс. 229. 279, 399. Сколько грамм? 150 грамм. Ладно, ребят, если музыка, меня, наверное, заблокирует опять. YouTube пришлет недовольство. Так, дальше смотрим. Так. Шампунь я вам показываю. Ну, есть специализированный магазин для шампуней. О, по шоколаду мы тоже ориентируемся. 49. Альпен Гольд. Ну, сейчас скидка в пятерке тоже идет. Так, Россия, щедрая душа. Что-то Аленка такая дорогая. Мне кажется, необоснованно. Дорогая. Так, дальше пойдем. Конфетки на развес у нас тут. Вот эти вкусные. Вот эти мне нравятся на развес. Они тоже разные цены. 59. Здесь написано 100 грамм. Мне кажется, где-то видел дешевле даже. Так, ребят, что-то надо нам основное посмотреть, правда? Молоко. Вот к молоку мы подошли. Что же у нас? Молоко 29. Пакет 63 Искаревская. И в бутылочках. Домик в деревне 79. Простоквашенное 103. Молоко топленое. Так, сметанка у нас тут. Оно масло. Я надо домой масло. Кстати, масло сливочное 199-149. Это хорошо. Это есть хорошо. Это нормальная цена. Потому что масло все выше. Так, простоквашина сметанка 113. Домик в деревне 87. Вкуснотеево 69. Эти большие. Эти баночки сметана сливочная 72, 69 большая кружка классическая 15%. Так нормально, получше. Молоко домик в деревне 84. Так, печенюшки разные. Дальше у нас йогурт. Ну, давайте на чудо. О, кстати, скидки хорошие. 39 рублей. Акция идет на чудо. Но есть рядом и 59 рублей. На разные йогурты разная цена. Так, куда мы с вами зашли? Хлопья. Кузя 49. Я это беру Кузя. Ну, редко, но беру. 39 даже, да? Кузя с малиной? И он дешевле, да? 39. Интересно. А этот Кузя, это не Кузя, это уже другие 49. А вот Кузя 39 с малиной, прикольно. Мне не хочется сейчас брать. Так, водичка у нас. Водичка. Не вижу, сколько стоит, хотела посмотреть. Масло растительное. Смотрим. Что это масло, наше любимое, подорожало. 179. Так, 149, 132. Подешевле есть, вот Злато 129, золотая семечка 129, 117 россиянка. Не знаю, такое масло не брали. Еще какое-то масло 139, чуть название просто не вижу. Слобода 239, большая вот эта Слобода 209. Порошок, шампунь, напитки. Напитки, соки. Так, ну, посмотрим на... Только огромные соки, да, вот эти. 162 рубля. Поменьше. Пакет, вот смотрите, огромный. Поменьше только добрый. Ой, любимый какой здесь дорогой, 89. Он вообще по 69. Пятерки стоит, пятерочка. Так, что у нас тут с водичкой? Фанта 79. 79, что? Вот это мне интересно. Фанта, вот это 79, смотрите. Она во всех этих магазинах почему-то. Апельсин 79, 0,5 литра. И вот это малюсенькая 79. Или, например, бывает 76.
чем суть, конечно, вопросик. Так, просто минеральная вода. Дальше. Порошки. Что у нас с Ариэлью? А, это Тайд. Тайд 599. Да. Все подорожало тогда еще. Ниже 500 рублей. Ушастый нянь 469. Капсулы 389 персил. Ладно. Смотрим. Это уже кассовая зона у нас. Здесь еще есть разные кружечки, тряпочки, тарелочки. Ой, когда-то был ажиотаж, мы смеялись на туалетную бумагу, вот сейчас завались полно. Цены, цена, ценника как-то 154. Так, все мы с вами, а тут, так, где мясо, куры, да, ребят? Что мы такого ничего не увидели. Наверное, немножечко где-то, в заморозке, наверное, где-то есть. Детское питание. Да, точно, в магните же в заморозке все мясо. Сейчас я посмотрю. Так, это такая заморозка. Пельмешки, блинчики, наггетсы, котлетки. А вот мясо вижу, но оно так мало представлено. Колбаска, как-то мы мимо колбаски прошли. 154, вот я купила альметы вчера. 98, вот этот творожный сыр мне нравится в этом баке. Ну это по акции, надо смотреть, когда акция. Колбаска, что у нас? Чесночная, так, нет. Что у нас? 299, 149. Сервелат финский, скидок нет. Так, что у нас еще? Сосиски. Здесь папа может. А, вот сочные. 1 плюс 1, 109, это нормально. 198. Клинские. Нарезки. 72, 99. Так, сыр. А мы сыр с вами прошли мимо. Так, российский 249, 179, 229, 219, 199, 144. Ух ты, свалил 129, это хорошая цена. Мы свалю брали всегда в этом, в Калининграде. 129, нормально. Так, ну все, ребят, основное посмотрели. Магнит. У вас тоже, наверное, сеть есть магнит. Это кетчупа 123. Что еще? Скидка есть по 64, по 79. Махеев. Вот. Скидка идет. А, вот мясо замороженное. Пришли к мясу. Ну, здесь только мясо вот расфасованное. Окорок. Ну, давайте цену посчитаем. Окорок свиной 289. Это килограмм, ребят, все. Дальше. Дальше. Чтобы прочитать мясо. Не могу прочитать. Вот это вот цены вот эти все читать. Мы в магните не покупаем. Поэтому мясо имеется в виду. Поэтому неудобно стоит читать, искать вот эти ценники, правда? Не очень удобно. Ну, все тут есть. Вот если давайте вот курочку мы увидим точно. Вот она. Цыпленок бойлер 147 рублей. А вот рядом петелинка 229. Вот цены прочли. И консервы. Сардина, консервы, ребят, что такие дорогие, да? Нет, ну вот есть сардина 64. А так выше 100. 129. Сельдь 99. Шпроты 139. 109. Но иногда, если дешевый шпрот, лучше брать подороже. Так, скумбрия 109. Сайра 179. Сайра 189. 219. Нет, 149. Все, и кассовая зона у нас. Паренье. О, паренье.
варенье. Ну, сейчас варенье уже, фрукты, овощи летние пошли, и варенье уже не хочется. Ну, тут есть варенье. Даже малина есть по 100 рублей. А это джем. Нет, малинового варенья. А тут 199. В общем, разные цены на варенье. Так, что у нас? Пеканка, закуска 109, фасоль 169. Диванчики я не вижу. Видео диване нет, наверное. А вот на диване стоит икра 109, закуска 129, баклажаны 79, все скидки идет. Горошек. А что с горошком? Только вот это? В общем, выбор тут меньше, конечно. В магните так 129 лечо, вот погребок мы берем периодически. Мне нравится валдайский погребок, по-моему, валдайский. А вот горошек, наверное, нет, здесь что? Да, горошек 119, большая 69, маленькая. Нормально, 69 маленькая. Огурчики, ну все, ребятушки. Еще зашли мы с вами. А как же мы тут не смотрели? Рис 111 килограмм. Пропаренный 109. Белый. А вот рис 149. 159. А гречневая крупа вот 123. 154. 159. 179. А вот на этой на дешевой цены нет. Там подешевле должна быть. Вроде бы все. Так, посмотрели, в общем. Хорошего дня, ребят, хорошего настроения. И встретимся с вами. Заходите. Заходите на Яндекс.Дзен канал обязательно. Еще зашли в одну сеть. Ну вот насчет... Кстати, насчет, как выглядит магазин. Обыкновенно, да? Ну, нормально. Нормально, обыкновенно. Средненько, скажем так. Магниты, они всегда так выглядели. Магниты ничем не запоминались по оформлению. Поэтому средненький магазинчик. Все, ребят, пойдем с вами. Встретимся, друзья мои, в следующем видео. Пока-пока.